начинаем с главного. Итак, момент обрушения виадука на Симафорной зафиксировал видеорегистратор встречного автомобиля. И сегодня мы получили эти шокирующие кадры. На них отчетливо видно, как грузовик едет на приличной скорости, резко берет вправо, фактически выезжает на обочину и ударяется боком кабины об опору моста. Через мгновение целый пролет падает на кузов машины и прикрывает всю проезжую часть, а следом за ним складываются и остальные пролеты. Каким-то чудом под завалами не оказался впереди идущий черный автомобиль. Он успел проскочить буквально за несколько секунд до обрушения. Это видео полицейские уже приобщили к делу, как важнейшее доказательство вины водителя грузовика. Я предлагаю еще раз на медленном повторе посмотреть этот момент.